Откуда берется энергия? Для меня это стала искра, рожденная в стремлении изучать этот мир. В 12 лет я впервые увидел по телевизору Стивена Хокинга. На меня с экрана смотрел великий ученый нашего времени. Он, как и я, был прикован к коляске, но своим разумом смог добраться до самых неизведанных мест безграничной вселенной. Хокинг изучал теорию возникновения Вселенной в результате Большого Взрыва, а также теорию черных дыр. Тогда я понял, что либо черные дыры обыденности и безнадёги поглотят меня, либо наука станет для меня увлекательным путешествием в новый, неизведанный мир. Я буквально заразился астрофизикой и трудами Хокинга. Эта искра дала мне энергию создавать свои научные проекты, участвовать в инновационных конкурсах и мечтать о встрече с ученым. И моя мечта увидеть Хокинга сбылась. Она стала возможной благодаря энергии множества людей, которые поверили в меня. Эта встреча сильно подняла мою самооценку и дала толчок к движению вперед. Ведь стоит только осознать, какое большое количество возможностей вокруг нас, как энергия сама захлестнет вас. Я хочу стать ученым-физиком, бизнесменом и трудиться на благо человечества. Знаете, что меняет нашу жизнь к лучшему? Это знания. Они окрыляют меня. Они двигают нас вперед. Я Исаак Мустопулов, и я буду менять мир к лучшему.